Мамочка, давай играть. Ты взяла с собой игрушки для песка? Я обожаю играть с песочком на пляже. Конечно, Нюша, смотри, у меня есть разноцветные формочки и желтая лопатка. Ура! Это же формочки для мороженого. Давай же сделаем его быстрее. Конечно, давай. Сначала установим наши формочки. Голубая. Зеленая. И, наконец, малиновая. Здорово! А теперь нужно сделать песочное мороженое. Да, мне понадобится эта желтая лопатка. Пожалуйста. Спасибо, Нюша. Хорошенько перемешаем песочек. А теперь заполним им наши формочки. Но мороженое еще не готово, мамочка. Нужно сверху сделать красивые шарики. Все верно, Нюша. Для этого нам понадобится влажный песок. Смотри, здесь в леечке у меня есть вода. Сейчас выльем ее на сухой песочек, и он станет очень влажным. Здорово! Только что прошел маленький дождик. Да, сейчас возьмем нашу лопатку и сформируем из этого песка красивые шарики для мороженого. Смотри, первый шарик. Второй шарик. И третий шарик. Ух ты, какая красота! Только жалко, что это мороженое не настоящее. Ой, мамочка, купи мне, пожалуйста, рожок настоящего пломбирного мороженого. А у меня есть другая идея, Нюша. Смотри. Ух ты, киндер-сюрпризы! Как ты так сделала? Я посыпала твое мороженое волшебным песочком. И вот что у нас получилось. Вот это да! Давай откроем один, а остальные два отнесем домой. Я хочу подарить их своим сестричкам. Какая ты заботливая, Нюша. Ну хорошо, давай откроем одно яйцо. Какое ты выбираешь? Первое, второе или третье? То, которое посерединке. Ага, ну хорошо. Посмотрим, какой там спрятался сюрприз. Сначала уберем фольгу. Теперь расколем само яйцо и достанем оранжевую капсулу. Ну-ка, что тут за игрушка? Ух ты, смотри, какой супергерой тебе достался. Ух ты, какая необычная девочка. Такую я еще никогда не видела. Ням-ням-ням-ням-ням. Какой же вкусный шоколад. Вот так мы сегодня с малышкой Нюшей играли в песочек на пляже. Понравилось видео? Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите наши другие видеоролики. Пока!